Я считаю, стоит вернуться к проверенным средневековым методам. Ая Всемиднайт представляет. В нашей тюрьме высочайший уровень насилия. А счета за медицинское обслуживание выше, чем в любом другом исправительном заведении США. Мы должны исправить это как можно скорее. Мне кажется, я нашел выход. Больше никаких драк среди заключенных. Больше никаких нападений на охрану. Больше никакого неуважения. Мы сделаем человеческую многоножку из наших заключенных. Они будут умолять нас о пощаде. Это гениально! Мистер Том Сикс, создатель этих фильмов, утверждает, что это эффективно на 100%. Я не буду говорить с этим тупым киношником о его несчастном идоле. Самая шокирующая серия фильмов в истории, наконец, завершит последовательность. Что думаете, док? С медицинской точки зрения все точно. Не вижу препятствий для отбытия таким способом пожизненных заключений. Фильм Тома Сикса. Мир этому дому и его людям. Это нарушение прав человека. Это абсолютное нарушение. Вы безумны. Это хуже смертной казни. Это старая, добрая, средневековая пытка. Но она хуже кастрации. Первая настоящая человеческая многоножка. Человеческая многоножка. Часть третья. Это точно то, что нужно Америке. Неполиткорректен на 100%.